Вероника, крошка моя, я тебя спасу! Убери от нее руки, чучело морское! На, собака! Вероника, я сейчас тебя спасу, только мне надо его убить, он жирный-то такой! Так, что с него выпало? Трезубец выпал, сердце утопленника выпало. Вероника, выходи, выходи, ты спасена, выйди из этого шкафа! Так, я сейчас пойду на улицу проверю, есть ли там еще утопленники. Они как-то очень быстро захватили нашу деревню. Я сейчас проверю, если там все безопасно, я за тобой вернусь и постучу тебе в двери. Все, стой здесь, никуда не выходи. Сейчас надо их свести, сейчас надо позвонить Шурику в двери, чтобы Шурик выбежал на улицу, потом опять Веронике они встретятся, и вот все будет так, Шурик спаситель просто, вот это, женских сердец. Так, Шурику позвонил, сейчас звоним еще раз Веронике. Опа, выходите на улицу, пьем зелье, о, выбрасываем, и до свидания. Шурик идет, Шурик спускается. Так, Вероника тоже идет, Вероника спускается. Вот они и встретились наконец-то. Шурочка, ты настоящий герой! Спасибо тебе! Я ошибалась в тебе! Ты настоящий мужчина! А план-то работает, план-то работает! В благодарность хочу подарить тебе свою волшебную палочку! Чмок! Она его засосала! Так, стоп! Палочка, нет, Шура, это не тебе палочка, это моя палочка! Новая волшебная палочка, вот я ее заслужил! Вот это! Я вас поздравляю, и тебя, Вероника, поздравляю, и тебя, Шурочка, поздравляю! Вот наконец-то, в какой-то там уже серии вот это магии вы наконец-то поцеловались! Я знал с самого начала то, что у вас в будущем будут дети! Желаю вам удачи в жизни, чтобы вы поженились и потом сдохли даже в один день! Удачи вам, молодожены! Я вас благословляю, можете жениться прямо сейчас, наконец-то! Она его поцеловала. Я прям не радуюсь, как будто я отец твой, Шурик. Кузнец! Тебе что тут надо? Какой кузнец? Ты стукнулась с башкой, что ли? Ты где кузнеца-то видишь? Шурик! Я всегда знал, что ты настоящий мужчина. Вот я сейчас только что видел, как ты спас Веронику от утопленника. Это было жестко. Вот я вот это... Мужик, Вероника, вот ты цепляйся за него, пока он перед тобой находится. Он тебе всю жизнь спас. Вот, да. Кузнец, ты опять где-то башкой стукнулся, что ли? Опять дичь какую-то несешь? Да какой кузнец? Вы здесь кузнеца-то где-то видите? Где вы кузнеца-то здесь увидели? Кузнец... Ты очень странно себя ведешь. Какой кузнец? Секундочку. Нет, пожалуйста, нет. Я тебя умоляю, просто нет. Мать моя женщина, броди меня обратно. Этот кузнец сраный что-то подмешал в зе... Так, ладно, тихо. Сначала надо разобраться с Вероникой и Шуриком. Надо не спалиться, главное. Это я кузнец! Я сейчас пойду башкой стукнусь об лавочку! Вот это за ВДВ! Вот я дебил! Ну, надеюсь, сейчас они поверили то, что я настоящий кузнец. Сраный кузнец, он подмешал какой-то свой предмет в зелье, который мне варил зельевар в предыдущей серии. Я-то думаю, что они говорят, то, что какой-то кузнец, да какой кузнец? Кузнец? Кузнец, тут такая ситуация, это брат мой, Вероника, Шурик в обморок упал, подними его, это брат мой близнец, мы с ним с детства знакомы, только у нас в семье я умный кузнец, а он тупой кузнец, мы братья-близнецы, просто не удивляйтесь, да, брат-кузнец, брат, я тебя впервые вижу, но я рад, что у меня есть брат. Да, вот,
Он тупой, он меня не впервые видит, он меня всю жизнь видел. Он просто тупой у нас в семье. В семье да не без урода, как говорится, да, да, кузнец. Вот, не удивляйтесь. Пошли, кузнец, нам с тобой надо очень серьезно поговорить. Подойди сюда. Ты ненормальный, вот скажи мне честно, ты чё мне в зелье подмешал? Почему я тобой превратился? Я собой должен был обратно стать, не тобой, кузнец! В смысле? Так ты чё, не мой брат? Кузнец, тебя реально мама в детстве об раковину ударила? Или об унитаз? Я не знаю, в смысле я твой брат? Я, конечно, не твой брат, я просто им сказал, чтобы отмазаться. Ты почему собака-то такая сутулая, подмешал что-то в мое зелье, и почему я вот это в тебя превратился-то, а? Я ничего не подмешивал, я случайно топор свой уронил! Так где ты случайно топор уронил, это и значит то, что ты что-то случайно подмешал! Так, разгребай это говно, извините, конечно, разгребай это сам как хочешь, иди к Веронике! Я же приехал к Веронике, у Вероники дома сейчас все мои вещи. Найди какой-то, найди мой ноутбук и притащи мне. Я пойду сейчас за зелеваром, будем варить вот это оборотное зелье, чтобы я собой стал. Все, давай, быстро, побежал! Не, ну как бы у меня есть какие-то предметы. Есть моя старая палочка, кстати, я буду уже использовать уже новую. У меня есть старая палочка, но нужен тот предмет, который очень давно ко мне привязан, чтобы он 100% смог мне помочь превратиться обратно в меня. Да что ж ты там будешь... Господи, женщина, вы уйдете с путя вот этого! Уйдите! Все. Ёперный театр, чё ж вы прикопались-то? Вы специально ходите туда, куда я хожу? Иду налево, вы идете налево. Иду направо, вы идете на... Вы попрошайка, скажите, если вам дать серебряную монету, давайте я сразу дам и просто дальше пойду, а? Где ты? Сволочь! Шлялся! Дети по тебе соскучились! Какие дети? Если бы я случайным образом детей бы завел, я бы хотя бы знал об этом. Да и случайно это вряд ли может получиться. Какой папа? Я тебе не папа вот этот дрыщ малолетний. Ты опять башкой стукнулся и опять отупел. Слушайте, женщина, вы смотрите, как вы со мной разговариваете. Какие дети? Какой отупел? В смысле, где я шлялся? Вам-то какая разница? Боже, дети... Ваш папа совсем с ума сошел. Папа? Это жена кузнеца. Ну, жена? Жена? Моя любимая? Душа моя? Вот это? Дорогой, пошли домой. Тебе надо срочно отдохнуть. Да, пошли, пошли эти дети, пошли, Ну, если я кузнец, надо тогда вести себя как кузнец. Ну, чё-то ко мне прям все... Пошли! Расскажу вам историю, дети, как ваш папа только что утопленника убил. И вот это сердце утопленника вот у меня в руках прямо сейчас. Господи, помилуй, дурдом какой-то. Заходите, давай. Как кузнец так разговаривает? У меня аж челюсть болит, а я 2 минуты разговариваю. Так... Дом, родной дом, а чё у нас жена дома коровы делают? Да так много коров, чё у нас дома 4-5 коров, а? Так это твои любимые животные, они всегда здесь были. А, ну да, ну я просто забыл, у меня с памятью что-то вот это плохо. Да, дорогой, ты память потерял, ничего не помнишь. Да, Мария, да, я просто сражался с утопленником. А так это мое рабочее место, значит, вот здесь, да, кузнец работает. Ну, хорошее рабочее место, хорошее. Ладно, давайте, пошлите, дети, покажете, что мы здесь делаем-то. А это жилое помещение, да, здесь мы ужинаем, да, ну я просто память потерял, ничего я дрить колотить не помню, да, во! Вот, держи, ты забыл выпить таблетки от идиотизма. А-а-а, так вот что кузнец пьет каждый день.
Так, дети, пойдемте помоем ручки перед таким прекрасным ужином. Пойдемте помоем ручки. Ты, жена, готовь. Давай. Разогревай там ужин. Так, дети, мойте ручки, мойте. Хорошо, помойте. Если вы вдруг не знали, руки надо мыть с каждой стороны по 6 минут. А ваш папа пока сейчас придумает план побега, пока ваша мама его не видит. Так, ага. Выбрасываем это к чертовой бабушке. Это выбрасываем. Не зря у меня новая палочка. До свидания, дети. Было приятно с вами познакомиться. Честное слово, я очень рад, что у меня появились дети. Я сестру твою случайно через окно выбросил. Ну ладно, ты тоже тогда иди с ней погуляй вот туда на улицу. Так, побег просто от мамы. Дорогой, ты что делаешь? Оставляю тебя одной, мы разводимся. Ты же вот эта мать-одиночка, до свидания. Ядрить, колотить, нет, спасибо. На детей я точно сегодня подписываться не буду. С меня хватит того, что лучший друг посчитал меня идиотом и кузнецом. Хоть я не должен был быть кузнецом. Ладно, идем к Зелевару. Спокойно, сейчас все мы сможем и вот это исправить. Главное, адекватно и спокойно себя вести. Слышь, ты пердак старый, у меня нет времени сейчас объяснять, давай за мной потопали! Жопа! Почему такая сложная жизнь у кузнеца и жена, и дети, и сам кузнец, дебил-то? Ты за мной бежишь, не бежишь-то? Давай, пошли. Короче, Зелевар, проблема-то такая, надо обратно меня превратить в меня, а то кузнец тупой в предыдущей серии случайно топор свой вот это подмешал в твое зелье, я случайно кузнецом стал. Здорово, мясник, чё стоишь-то посередине моста? Ну вот мы и встретились, кузнец. А ты, походу, капитан очевидность. Ну как бы да, я шел, и мы с тобой вот здесь встретились. Пришло время расплаты. Сейчас ты за все ответишь. Господи, я вам чё сегодня всем сделал? Вы чё ко мне все прикопались? Тебе я-то что сделал, мясник? Ты моих коров украл! Когда? И да на кой черт мне твои коровы нужны? Короче... Иди поплавай! Заколебали просто! Все прикопались ко мне в этой серии. Просто все. Пошли, Зелевар, давай не отставай. Кузнец! Ну, который настоящий кузнец. Ты чё, в фонтане рыбу ловишь? Ты реально чокнулся? Чё ты здесь хочешь словить-то? Сырой лосось. Ладно, забираю свои слова обратно. Реально в фонтане можно словить рыбу. Ты ноутбук мой забрал у Вероники или нет? О, какой молодец. Так, Зелевар, времени очень мало. Забирайте, это мой личный ноутбук. Точно мой ноутбук? Ты не перепутал этот ноутбук с ноутбуком Шурика? А то сейчас опять Шуриком стану. Так, варите, пожалуйста, варите. Фух. Кузнец, я тебе честно скажу, у тебя очень сложная жизнь. Вот я за один день испытал больше негатива, чем за весь сезон магии. Вот это, с ума сойти. Но я с твоей женой-то познакомился. Отличная женщина. Я ей, конечно, вот это ляпнул, то, что она сейчас мать-одиночка. Ну ты просто перед ней извинишься и все. И детей случайно через окно выкинул. Ну ты тоже перед ними извинись. А так у тебя просто замечательная семья. Я знаю, я очень сильно их люблю. Ты это слышал, Зелевар? Да ты впервые в жизни что-то нормальное сказал, что ты семью свою, господи, у меня же слезы сейчас потекут, вот нормальное сказал, а вот сейчас ты опять дебил, лучше просто говори, что ты любишь свою семью. Зелевар, там долго, недолго, все готово, так давай зелье, давай быстро зелье, давай. Фух, ну, с богом. Так. Неужели я вернулся в свое тело? Кузнец, я с тобой больше в жизни никогда не буду телами меняться. Это просто пытка. Так, сколько я вам там должен серебряных монет? 3 штуки, да, за одно зелье. Все, давайте, забирайте вот этот котел свой и до свидания. Какой сложный день. Спасибо, Зелевар! Спасибо огромное. Ладно, я пойду сейчас к Шурику, к Веронике. Надо с ними поговорить, а то, по сути, как бы мы с ними же целый день не виделись. То я сначала Шуриком был, то я потом кузнецом был. Вероника! Это я! Чё, припёрся? Да?
В смысле припёрся? Ну, я домой вернулся, а чё такое? Пока тебя не было, Шурик мне жизнь спас, а где ты был в этот момент? Да, я в гости к кузнецу ходил, с женой, с детьми его познакомился, случайно через окно их выбросил. Отличная у него семья. Я же могла умереть. Вероника, я тебе сейчас объясню. Шурик, позови ее. Ну, там так произошло, то что вот это... Ты что мою кровать-то выбрасываешь, а? Я в тебе разочаровалась. Забирай свои вещи и проваливай. Подожди. Ну, так получилось, то что меня просто дома не было. А где мне жить-то сейчас? Лучший друг меня из дома выгнал, и ты меня выгнала. Где мне жить-то? В заднице. Обосраться. Вот так помогай лучшим друзьям. Вот так спасает жизнь девушке, да? И она тебя на улицу выгнала, и вот этот, и Шурик на улицу выгнал. Ты чё там смотришь, Шурик? Думаешь, я тебя не вижу? Все меня просто выгнали из дома. Ну, здорово, кузнец! Я с этого момента бомж настоящий. Буду на улице жить. Меня, прикинь, все выгнали. Просто все. Буду вот рыбу сейчас в фонтане ловить. Сорвалась, да? Ну, слушай, кузнец, я у тебя дома был, у тебя, в принципе, хата большая, двухэтажная. Ты не мог бы меня вот это приютить на пару деньков? У меня есть, кстати, кровать, вот, я могу ее хоть куда поставить, хоть возле коров буду спать, а? Опа, ты смотри! Кузнец, нифига себе, ты только что с фонтана словил лук на силу 3 и на... Ёперный театр, ты настоящий рыбак, ты не кузнец, ты еще и рыбак. Приюти, пожалуйста, на пару деньков, а? Ну, у меня есть двое детей, могу и тебя усыновить. Ну вот, вот это хорошее предложение, спасибо большое, кузнец. Буду твоим третьим вот этим ребенком. Пошли, давай. К тебе домой сейчас пойдем, кузнец. Я уже как раз с женой твоей познакомился. Хорошая женщина, кстати. И дети твои хорошие. Вот этот Сережка, да, и кто там еще? Катюшка, да? Ну, ладно. Заживем с тобой, кузнец. Научишь меня, как мечи ковать, топоры. Да. Как гласит народная мудрость, мы в дерьме. Ну, точнее, я в дерьме. Помог, значит, Шурику найти себе бабу. Лучше бы этого не делал. О, Катюшка, привет! А я твой братик. Давай играть. Давайте все вместе. Семья идиотов, ура!